12 февраля в Казанском федеральном университете состоялось совещание председателей советов молодых ученых Приволжского федерального округа. Совещание организовано Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Главной темой встречи стала стратегия научно-технического развития России. Это та работа, проводить которую необходимо совместно. Встреча станет реальной такой трибуной, такой, значит, рабочей площадкой, где вы выскажете свои мнения и скажете самое главное о том, как вам взаимодействовать. Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Данис Нургалиев заявил, что объединение ученых позволит получить наилучшие результаты. Можно в течение там, нескольких недель построить лучший в мире университет, в мире. Нужно просто создать сеть, нужно взять лучшего профессора в этой области, профессора, соединить их в сеть, так сказать, виртуально, да и получится некий виртуальный университет, но он будет лучше, потому что все направления будут стали лучшими профессорами, учеными в этом направлении. Молодые ученые с их энтузиазмом и желанием новых достижений способны не только значительно ускорить развитие государства, но и открыть новые направления для деятельности. Артем Тупичкин, Ленардо Влетяров, Универньюз.